Около 2000 многоквартирных домов в Чувашии ждут обновления. Перспективы капитального ремонта на ближайшие 40 лет сегодня обсудили на заседании Кабинета министров. При внесении дома в очередь на ремонт власти рассматривали год сдачи здания в эксплуатацию, а также его техническое состояние. На 2014 год, с учетом того, что у нас работы должны быть выполнены в зимний период, это ноябрь и декабрь месяц, у нас именно попадают те виды работ, которые можно провести в этот период. Замена электропроводки, замена внутренних инженерных коммуникаций. Однако аварийные многоквартирники и дома, в которых менее 3 квартир, этот проект обойдет стороной. Они попадают под действие других программ. Еще одна не менее важная тема на сегодня – полевые работы. На юге Чувашии они уже начались. Наиболее активные районы подготовки к весенним полевым работам – это Яльческие, Цивильские районы. Наименее активные – это Красноармейские, Красночитайские и Алатырские районы. Полностью готовы к проведению весенних полевых работ – это около 39% сельхозтоваропроизводителей. Около половины площади земель запланированы под зерновые. На остальной территории посеют кормовые культуры, а также картофель. А зимой уже взошли, и их состояние удовлетворительное. Но, по словам министра сельского хозяйства, рано делать выводы. Нужно еще пережить весенний паводок.